И снова здравствуйте, дорогие друзья. Буквально вчера мне наконец-то удалось посмотреть новый музыкальный клип группы стран Голомегада «Fly Egerik». И, честно признаться, мне было приятно вновь увидеть любимую команду не только на экранах наших телевизоров, но и на вершинах лучших чартов мира. По счастливой случайности мне удалось раздобыть эксклюзивный материал со съемочной площадки. Давайте посмотрим. Ксюха, по башке этим грифом-то не заедет? Заедет. В диком угаре. У тебя гриф закрывает голову, конечно. Прямо вот четко, прям прикинь, бошку закрывает именно гриф. Ну да, да, если так, то да, 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 да. Вот прямо вот так же вот присесть. Тогда будет хорошо. Так а что, лиса-то в итоге откуда? Лиса таки допилила. О. Мухоморы. Я думаю, многие из нас сталкивались с мухоморами в жизни в лесу. Но мы же не знаем, когда и где мы столкнемся с мухомором. В этом и есть смысл. Пила-то видна? Видна. Мухоморы. Что мы знаем о мухоморах? Что мухоморы знают о нас? Вот в чем вопрос. Мухоморы знают о нас больше, чем мы о них. Ну, как-то так, наверное. It's your fly egg wreck. Ага. No one can help you. Now your destiny. Однажды утром ты просыпаешься и понимаешь, что мухомор уже здесь. Fly egg rig.
куда-нибудь туда, может? Или нет, куда же? Все, ладно, хуйня. Давай. Снимаешь, да? А, там, кстати, уже снимается давно. Снимается, да? Да, оно все снималось. Мухомор обыкновенный. Мухомор обыкновенный. Мухомор необыкновенный. Ну, и каждый раз, попадая в этот лес, я думаю не только о грибах и ягодах, но и о лисе, а также великолепно проделанной работе ребят. С нетерпением ждем новых шедевров от группы стран Галумигада.